Друзья, теперь я переехал уже в район Лара. Это совершенно близко с Анталией. И мы сейчас с вами посмотрим отель Club Serra. Club Serra — это отель такой, знаете, уникальный немножко. Номера очень такие необычные, немножко с таким пафосом. Очень удобно и локально расположен для того, чтобы куда-то выйти, погулять, посмотреть и так далее. Итак, давайте зайдем, посмотрим номера, размещение, территорию. Видите, да, все уже необычно бросается в глаза. Вот такой дизайн. Похоже на мини-королевство. Ну что, друзья, давайте прогуляемся по этому необычному отелю в том уникальном стиле. Не, есть в этом что-то, есть как бы необычное, да, не то, что все ровное и одинаково, да. Такой дизайн иногда надо побывать. Естественно, здесь есть вот такой ресторан, тоже все в таком же стиле. Давайте зайдем посмотрим. Ну, как вы видите, ассортимент также большой, разнообразный. Заметьте, здесь нет никакого прилавка. Все самостоятельно можно выбирать, раскладывать и кушать. Это все у нас идет все завтрак. Шоколадушки. Все, в общем, готовят. Такая лестница, по которой можно подняться уже рядом с лифтами. Все в таком стиле. Кстати, зеркала придают, конечно, сильно большой объем этой лестницы. Это прикольно. Мы заходим в часть, где как раз уже располагаются номера. Не покидает ощущение, да, что как будто мы пришли в Эрмитаж. Да, что-то есть похожее. Сейчас покажу вам номер. Итак, друзья, мы заходим в номер Elegance. В отеле Club Serra это номер Elegance. Как видите, все, да, элегантно. Вот с таким интересным дизайном. В общем, как говорится, все дорого-богато. Кровати две раздельные есть, а одна большая кровать. Ну, как вариант, есть вот такой диванчик. И, конечно же, балкон. Здесь у нас балкон с боковым видом на море. Уютно, красиво. Смотрите, даже здесь написали Club Hotel Serra. Местоположение, как говорил, очень удачно. Единственное, что замечу, что здесь с Wi-Fi есть некая сложность. Она в чем заключается? В том, что Wi-Fi в номерах платный и составляет $4 в сутки. Но если берете на больший срок, будет дешевле. В лобби он бесплатный. Это, конечно, минус, кто хочет пользоваться интернетом постоянно. Причем это на одно устройство. Ну, вот такой номер у нас Elegance. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим номера Club. Они будут находиться в корпусе, в той части здания, где, соответственно, ближе выход к морю. Пойдемте посмотрим следующий номер. Ну, думаю, уже понятно, да? На самом деле все чистое, опрятное, не потертое. Запахов посторонних нет, все достаточно хорошее. Ну, вот такое необычное. Не в таком обычном классическом стиле. Да, забавный отельчик. Между прочим, очень интересный своим антуражем и вообще, мне кажется, стоящий отель, хотя многие над ним немножко улыбаются, смеются, но мне кажется, он интересный. То есть, если ты приехал в Турцию первый раз и попал в этот отель, мне кажется, очень много будет эмоций. Антураж, территория, интересные номера. Ну, прикольно. Друзья, не знаю, кто что любит, но я считаю, это прикольно. Club Hotel Serra Deluxe. Естественно, на территории есть все, как обычные услуги, развлечения, спа, хамамы, сауны, бассейн. Сейчас с вами идем в другой корпус посмотреть следующий номер. Какой забавный номер. Какой маленький, милый, как будто в шкатулке. Да? Прикольно.
Не зря я говорил про малахитовую шкатулку. Здесь есть целый зал, даже залы, как раз с украшениями, камнями, которые вы можете, я так понимаю, уже приобрести. Пожалуйста, вот он, шоурум. Все можно купить, померить. О, ребят, смотрите, как всего здесь много. Ладно, не будем уже проходить. Я думаю, если вы сюда приедете, обязательно в это место зайдете и что-нибудь для себя присмотрите. И выход на балкон. Свой балкончик с выходом во двор. Здесь есть бассейн и море, соответственно, совсем рядышком. Не, ну номер прикольный, согласитесь. Давайте еще разок его глянем. Ну и, конечно, друзья, на территории есть Kids Club, детский клуб. Вот мы вышли на территорию, вот это как раз клубные номера, где мы сейчас были, шкатулки, как я назвал, да. Бассейн, но это не подогреваемый бассейн. И идем дальше по территории и, конечно, выйдем же к пляжу. Прикольное место, необычное. Вот если выбирать отель и необычный, и я считаю, он по адекватной цене. Я сейчас посмотрел у себя в программе, у меня более 10 туров уже забронировано в этот отель. Я даже как-то не задумывался. Единственное, помню одну свою клиентку туристскую, она мне очень активно просила, чтобы номер был как раз вот такой зелененький, как в шкатулке. Именно он. Вот я поэтому запомнил этот отель. И сейчас как раз приехал в него. Ну, слушайте, ну, мне нравится, прикольно. То есть настроение веселое, необычное все. Много всяких, как говорится, таких арт-объектов, я бы сказал. Поэтому куча мест здесь сфотографироваться, посмотреть. Ну, не знаю, мне нравится, весело. То есть настроение сразу приподнялось. Ну, вот здесь еще один пул-бар, ресторан у бассейна. Еще один бассейн уже с панорамным видом на море. Суши ресторан есть. Ну, я говорю, здесь все в этом плане есть. Все вообще очень-очень хорошо. Так, трогаем водичку. Раз человек купается, значит теплый. Нет? Он холодный, друзья. Вообще без подогрева. Выходим с вами на пляж. Здесь сразу нас встречают такие беседки. Все оборудовано. То есть можно лежать не прямо на самом пляже. Кстати, здесь выход немножко необычный. Я сейчас покажу. Здесь вот так вот сразу располагаются шезлонги. Можно вот на такой территории отдыхать. Сейчас уже непосредственно покажу, как выглядит место для купания. А выглядит, собственно, вот так. То есть с этой стороны есть шезлонги, скажем, такие смотровые площадочки. Я вам сейчас покажу. Вот здесь видите такой, скажем, обрывчик, можно полежать, покайфовать, посмотреть на море вдаль. А вот с этой стороны уже песчаный пляж, достаточно большой, где можно уже купаться, отдыхать, загорать. Так что в этом плане здесь все хорошо, как вы видите. И опять же, тоже интересно, все как-то необычно. И я уверен, что наших туристов это часто привлекает, что что-то было необычное, красивое, интересное. И это тот самый вариант точно. Поэтому те, кто хотел оказаться в районе Лара, чтобы была инфраструктура, что-то было необычное, хороший отель по хорошей цене, чтобы и не переплачивать, и, соответственно, насладиться всем этим отдыхом турецким. И как раз вкусить вот эту турецкую, скажем, картинку, турецкий, скажем, мотивы и вообще вот эту, скажем, такую уникальность. Ну, я уже не знаю, как слова подобрать, думаю, вы поняли. В общем, хорошее местечко, обязательно заезжайте вот в отель.